Тревога, тревога, Родина, спокойно будь, крепка, как сталь, разведки грудь, тому лежать в земле сырой, кто посягнет на наш покой. Эту песню житель села Алтайское Владимир Денисов когда-то пел в строю, а сейчас исполняет ее для сельских школьников. Владимир — ветеран Второй Чеченской войны, служил в рядах разведки. Такие уроки мужества он проводит ежегодно, а цель встреч простая. Развивать в детях патриотизм, чувство патриотизма, чувство долга. Значит, так как в последнее время как бы мало об этом говорится. Владимир рассказывает о своей службе, о быте солдат на войне, о боевых задачах, которые он выполнял. Дети с восхищением рассматривают медали, задают вопросы. Учителя говорят, что подобные уроки не проходят зря. Ученики школы номер 5 вдохновились одной из таких встреч и создали волонтерский отряд. Ребята, входящие в волонтерский отряд, провели несколько акций в прошлом году, в этом году планируем несколько акций. В прошлом году приняли активное участие в акции по очистке поймы реки Каменки, посвященной юбилею Победы. В этом году участники отряда решили подготовить концерт военной песни для воспитанников детского дома. Он пройдет в мае и будет посвящен Дню Победы. А Владимир поможет детям с репертуаром. Антон Скаль, Александр Молчанов, Александр Захаров. Новости.